Доброго часу буття, хлопчики, горобчики. От. Powered by Unreal Engine. Весь показанный в игре контент полностью выдуман и не является... Короче, никого не хотим обидеть, правильно? Square Enix. Донти Вот. Нажмите любую клавишу. Все, настроек нет. Благодарю за помощь. 3-3-3-3. Здорово, критик. Мягкий знак от игры. Твоих донатов, которые, ну, минимум по 3333 рубля. Вот этого я жду. Ладно, это не от игры. Получается, это от стрима. Ну, это киноигра. Если это киноигра, я жду интересной истории, надеюсь. Знаете, вот чем хороши киноигры? То, что здесь мало настроек для управления. Поехали? Новая игра? Life is Strange — игра, в которой все принятые вами решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Так это пишется в начале каждой игры с решениями. Решения на что-то влияют. Вау, верим. Так-то лучше. Здорово. Хорошо. Смотрел фильм «Эффект бабочки» со Штуном. Как тебе фильм? Хороший. Первая часть. Заебись. Все равно звук громкий. Надо будет сделать тише. Тоже громче, чем у меня в реальной жизни вчера было. How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. Please let me make it there. Так, ну сразу стоит отметить, что графика далеко не лучшая. Вот игра очень похожа на нее, но со своей атмосферой и сюжетом. Игра очень хороша. Посмотрим, я разберусь, насколько игра хороша. На этом стриме решает, очевидно, стример, хороша игра или нет. Это не вы решаете. Лутаться можно? Чи? Лайтхаус. Ну, графа так себе. Персонаж не очень приятно нарисован, мягко говоря. Я могу упасть? Не. А хотелось бы. Holy shit. Ого. Выглядит опасно. Так-то лучше. So помнишь, как я жарил тебя в твои грязные сорокатан пидары? But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Как взглянуть? And any one of you could do that to me. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Что это такое? I can hear the class laughing at me now. I prefer Robert. If anybody else looked at this, what would they think? Что это такое, блин? Это журнал какой-то? Меня зачислили в Академию Blackwell. Какая-то крутая академия, она поступила в какую-то крутую академию. Миллион текста. I love Seattle. Обучаться фотографии у самого Марка Джефферсона. Возможно, именно Аркадия Б кажется островом, полным сокровищ и приключений, которые я так давно ищу. Это город... Я так понял, главная героиня вернулась в город, в котором она жила раньше, и тут она в каком-то крутом заведении обучается. Чешо. Это персонажи? Это открытые локации? СМС? Папа? Отпразднуй свое 18-летие как следует. Да, ты теперь взрослый, но для нас все равно остаешься малышкой. Проверь свой банковский счет, не потрать все сразу. Кейт. Кто такая Кейт? Макс-то главная героиня? С днем рождения, Максим. Уоррен. Челик пишет, но ему не отвечают. Здорово, Вик.
Как думаешь, привет, что за шквар не быть тупым или пытаться доказать тупому, что он тупой, при этом платя деньги? Не знаю. Ну, вообще второй, наверное. Короче, главную героиню зовут Максин. Ей 18 лет исполнилось. Она приехала в какой-то Аркадия Бэй. Звучит, я не знаю, звучит как какая-то, блин, космическая станция. Друг. Завела друга. Его зовут Уоррен Грэм. Тот, который пишет и которому она не отвечает. Учится, короче, на фотографа, главная героиня. Виктория Чейз, элита Академии Блэквилл. Не понимаю, зачем кому-то столь богатому и красивому быть таким подлым. Она красивая? Это красивая называется? Какие-то элитные клубы. Какая-то, короче, у меня такой подростковый сеттинг. Короче, мало информации запомнил отсюда. Понял только, что вот это вот типа плохая какая-то. Это непонятная. Это учитель, а это главный герой. Меня зовут Макс Колфилд. С самого рождения я хотел стать фотографом. Сейчас мне 18, официально я взрослая, хоть и не чувствую себя таковой. Я готова начать здесь новую жизнь со старой камерой в руках. Так, вроде все прочитал. Немного запомнил, как обычно. Which explains why Frank was Caraway. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victor. Sad face. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Я не помню, как в этой игре нажимать, что-то активировать. Что-то сложно слишком. Как это делать? Как контактировать с чем-то? Вот я мышкой пытаюсь навести, но не наводится. Ну, типа, ну не лезет дальше. Так, не понял. Смотрите, видите? Курсор не идет. Что я могу поделать? А в чем прикол? That printer is amazing. Вот так-то лучше. I'd love to see how it reproduces Папа, my pictures. Ну сколько можно? Ты уже перекачался, и будет худшая концовка. Можешь перепройти игру для меня за 500 рублей. Как видишь, оплата уже пришла. БТВ, удачного стрима. Вот так-то лучше. She'll have better equipment Привет. Than Blackwell. Каково это снова оказаться в школе? Благодаря игре, наконец, сможешь закончить свое обучение. $5,300 за фотоаппарат, блять? Как может хоть какой-то фотоаппарат столько стоить? Или что это за штука? Камера, я не знаю, неважно. Как бы это вообще нереально. Вот это цены. Там что написано? Amber Forever или что? Окей, что я сделал? Amber... Rachel Amber Forever. Поговорить? Hi, Kate. Oh. Hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Как обычно, какой-то вот дурацкий перевод. Ну, вернее, почему перевели «Bitch about life» поговорить о том о сём? Ну, сразу приходит в голову перевести как, ну, давай, типа, пообщаемся, пожалуемся друг на другу, ну, пожалуемся друг другу на жизнь. Это ж буквально перевод, и чем он хуже, бля, даже если это звучит хуже. Это ж неправильный, вот так-то лучше. Неправильный перевод. Надо нажимать на слово под кружком или над кружком. А, вот так? А, все, я понял.
Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Dear Kate, we love you. We love your porn video. Так-то лучше. Привет. Навели курсор мыши на слово «взглянуть». Все, я понял. Дорогая Кейт, мы в восторге от порно-ролика с твоим участием. Чмоки-чмоки, Академия Blackfall. Все, я понял. Я понял, спасибо, Гейс. Можно ей дать поджопника? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Значит, у тебя низкая самооценка просто. Главная героиня Яна намного красивее, чем эта Виктория. Почему она считает ее красивой вообще? Здравствуйте, Виталий. Я ваш фанат. Хотел попросить у вас совета. Мне 25 лет, и я решил устроить свою личную жизнь. Бля, гайс, ну не, хватит донатить хуйню, сейчас сделаю донат 750. Ну, чё вы не можете, блять, обойтись без хуйни? Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Вот так-то лучше. Here's the poster for the contest. Привет, Джейдич, really вот уже чуть больше, чем год прошел с момента твоей операции. Стоило да, ли конечно, она тобой, да. Улучшилось ли качество твоей жизни? Да, конечно, да, улучшилось, прям, ну, прям ощутимо улучшилось. И да, стоило того, я с тех пор бегаю регулярно, если что, на улице, дома. Охуенно, ну то есть да. Да. Все то примерно, что я ожидал, даже maybe чуть лучше. Типа в 2013 году кто-то еще удивлялся телеком большим, этим, ну, таким, ну, плоским или что. Плюса. Даже в Украине уже вроде особо не удивлялись. Почему тут удивляется она? Взглянуть, поговорить. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? О чем она хочет поговорить? Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Mm. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Oh, now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Камера. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. Окей, идем куда-нибудь отсюда или что? У меня есть какие-то квесты, что мне надо делать, или я должен сам примерно почувствовать? You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I feel like you have to pass. You always welcome to the real world. Just cute. Hot. Then I might send you a special picture during class. What's the point of even? Because Max wants everybody to see how hip she is. I'm not paying her. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Блин, такая атмосфера подростковая, школьная, пиздец, но на унылочах как-то пока. Какая-то неуверенная в себе героиня, забитая. Прям, ну как... Вот так-то лучше. Что-то напоминает персонажа из «Бесконечного лета». Хорошего стрима. Скажи, пожалуйста, откуда произошло прозвище «Винницкий маньяк»? Какой? Часто вижу его под комментарием. «Винницкий маньяк»? Чел, я не знаю, о чем ты говоришь. «Винницкий маньяк». Бля, музыка какая-то гейская. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Какой-то челик под прессом. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Пачки. Плюса. It looks like she's been gone for months. Какая-то 19-летняя пропажа. Рэйчел Эмбер. Я же видел, что-то было написано Рэйчел Эмбер на каком-то столике. Бля, музыка не нравится вообще. Ну, песня именно. Ты же знаешь, что играешь за трансгендера Макса Калфилда.
Чат подтвердит. Нет, не знаю. Сейв Аркадия Бэй. Я не понимаю, что здесь нарисовано. Тут рисунки такие уебищные, это типа загрязнение. Опять это Рэйчел Эмбер. Чё, убили, порезали на куски и закопали? Или расплавили в кислоте? А что еще происходит с теми, кто пропадает? Или, ну, в секс-рабстве? В какой-нибудь Мексике? Или, не знаю, в Албании? Good thing I left my AK at home. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Бомж какой-то. Yay, Halloween. My favorite time of year. Хипстер. There's the lighthouse again. Где здесь туалет, бля? О, туалет. Maybe наконец-то трек закончится. Плиз, остановись, трек! Я не могу больше. Empty, good. Nobody can see my meltdown. А то у него в наушниках это дерьмо, бля, она будет всю игру такое дерьмо слушать, это просто невероятно. Не, ну, кстати, примерно, наверное, так и выглядит человек, который слушает такое дерьмо. И подходит. Типа какая-то депрессивная девочка. Школьница. Ну, это невероятное дерьмо, блин, это, конечно... Ну, это, типа, добрая музыка, да, добрая, но... ну, очень плохая музыка. Бывает хуже, конечно, бывает хуже. В последний раз, типа, когда ей вкололи прививку от гриппа, она заболела гриппом. Ну, кстати, логично. Когда же вам вкалывают прививку от чего-то, вас заражают этим. В этом-то и проблема многих прививок. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Бабочка. When a door closes, a window opens. Or something like that. I hate Victoria Chase. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Красивая бабочка, надо сфоткать ее. Как ее сфоткать? Я должен в этой игре фотографом, типа, работать? Надо ракурсы выбирать или что? Фото. Взглянуть. Whoa, where did that butterfly come Реально красивая. It doesn't look like any kind I've ever seen before. Особенно для... The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. Особенно для графики этой игры. The butterfly feels almost like a spirit. Туалет общий или что здесь? Я не понял. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Mm. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Что происходит? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in trouble for this than drugs. Или что? Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Она с него деньги вымогала за то, что он за информацию, ну, типа, за то, что она будет держать в секрете то, что он наркотой торгует. Что происходит? Главный герой маг или что? Я не понял. Whoa. What the fuck? How can that be? I was Она видит будущее или что? He shot that poor girl. Сложно. I held up my hand, and then I was back here. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. Это как это, как Фиби из Зачарованных. Now Kate is being hassled again, and if Victoria's phone rings, this is real. Now. Shit!
Can you give me an example of a... I cannot believe this. ...perfectly capture the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Что, мы обратно в туалет идем? Can I actually reverse time? Удерживайте ПКМ, чтобы перемотать время. Вот так-то лучше. Перемотываю время. Чатик, все хорошо. Мы с папаней вчера пообщались, он в чем-то извинился. Я в чем-то. В общем, мы помирились, и все хорошо. Всем пиз. Героиня перематывает время? Макс, какие-то читы. Читы какие-то прям. Why Arbus? My pencil case is... Keep it together, Max. Думаю, он и разбудил мои способности, когда убил ту девушку. Ему всего 19, а он уже гнида форменная. Ну так девка, походу, сама виновата, что ее убили. Она пришла челика шантажировать. Ну, так... Мне кажется, она вообще заслужила, что ее застрелили. Ну, типа, каким бы челику ебаном не было, все равно она пришла его шантажировать и вымогать с него средства, как я понял. Maybe я неправильно понял. Но они оба виноваты. Ну, как бы она ничем не лучше его. Та девка. Зачем ее спасать вообще? А можно ее не спасать? Софи, Джефферсон asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could... I believe Max has taken what you kids call a selfie. Ну да, мы убедились, что все один в один. Photographic tradition. And Max has a gift. Прикольно. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. The early 1800s. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? А зачем ее спасать, если она хуевая? Судя по всему. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Пошли в туалет, окей. Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you... I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their stuff? Shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. Перемотай обратно время. Выбери другой вариант. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Да, давай, кстати. А как перемотать? Making them extremely popular from the 1800s. Окей, перематываем. Дагеротипный процесс? Потому что ответ уже дала эта дура. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Так это читы какие-то. Ультра-читы. The Daguerrean process made portraiture hugely popular. Mainly because it gave the subjects clear defined features. Это ж прям вообще легко жить так. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Реально супер читы. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. Max, you are not crazy. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Блин, ну ты упырь. Я спешу в туалет. I'd never let one of photography's future stars avoid. Ну, по идее, я успею. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Control, чтобы быстро отменить свое предыдущее действие перемоткой. I'd never let one of photograph... А, все. А, лол. Теперь могу это выбрать? Какие-то читы. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Ну, вот этот момент доказывает, насколько людишки примитивные. То есть просто сказать, грубо говоря, слова, которые человеку понравятся. И все. И получается, он от тебя отъебался. Но по факту, она же должна была фотографию показать. I hope I have enough time to get to the bathroom. В прошлый раз она рассматривала миллион персонажей, рассматривала все подряд, и ей хватило времени, поэтому и в этот раз ей хватит тоже, очевидно. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Говорить нельзя никому не по той причине, что подумаешь, что ты сумасшедшая, а по той причине, что если, ну, кто-нибудь поверит тебе, то в итоге тебя спецслужбы похитят и будут на твой опыт ставить. Очевидно. Так, я не уверен, что я хочу спасать девку.
Девка же хуёвая вроде. Okay, Max, retrace every step. Leave them out of this bitch. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass. I'm too scared to get near this psycho. Get away from me, psycho! Зачем мне спасать ее вообще? I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. А если я не хочу? Почему я должен это делать? Подождите, у меня нет выбора. Shit! I need to rewind and do something fast. А почему? А если не хочу? Я должен? Я понял, нажать на сигнализацию, но если я не хочу. Я хочу весь диалог послушать. I can't rewind any further. Of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody. I need a hammer to break it open. Hammer? Get that gun away from me, psycho! Oh. Shit! No! Don't ever... Что за читы? Читы, блядь. I'm sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away! Перемотка не влияет на вас? Вы сохраняете свою память и объекты в инвентаре. Shit! Реалистично! Лол. Don't ever... Tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. No way. Don't ever touch me again, freak. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Почему туалеты здесь общие? Я не понял. Или мне... Или... Или я не понял. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Your face is covered in guilt. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off. Вроде написано woman туалет. Хуль туда челик залетел. А, он, да, он же думает, что ему все можно. Точно. Охранник тут главный мудак. Он относится ко всем так, словно они совершили преступление или хотя бы собираются. Ну, так примерно и надо, это же охранник. Значит, я выхожу из здания школы? Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Не рассказывать на это, не думаю. Зачем рассказывать? Можно не рассказывать? I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's just class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. Хотя я могу рассказать и время отмотать. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Окей, я могу отмотать и попробовать рассказать. Please? А в чем тогда интерес? Подождите. Если я всегда буду перематывать. Это получается, блин, грубо говоря, это как save load, только легальный. То есть я загружаюсь, но легально. В дефолтном каком-то, типа там Детройта, ты не загружаешься, чтобы быть на хардкорочах, чтобы одну жизнь жить. А тут ты, получается, можешь легально грузиться и выбирать другие варианты, которые что, которые более правильные? I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down.
Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be. А что она не рассказывает все? Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. Сложно поверить или не хочется верить? Then he left. Это не рассказываешь правду. Это неправда. Это неправда. Это неправда. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to me. Но это неправда. Ты не рассказала правду. That's it? After what I told you? Бля, это чел, директор же из ролика. If you think you can graduate from this school... Нет, это не он. Почему он еще так не сказал героине твоей? Это не он. Но не похож, на самом деле. Later, in my office. Please go outside with the rest of your class now. При этом я перемотал, чтобы сказать правду. В итоге она не сказала правду. Еще, что с тобой? То есть у меня нет выбора. А почему у меня нет выбора? Почему я не могу сказать правду? Я перемотал, чтобы сказать правду, но я не могу сказать правду. Я не понял, в чем прикол. В чем тогда прикол перемотки? Ну, как минимум я могу рассказать то, что он угрожал девке другой. И директор может найти эту девку и с ней связаться, чтобы она подтвердила мою историю. Почему она этого не говорит? Какого черта? Почему я не могу... Где свобода выбора? Даже в такой игре нету свободы выбора, где, казалось бы, можно делать что угодно? Странно. Где моя свобода? Нет свободы? То есть я ограничен в своих действиях? Странно. К чему тут эта перемотка? Все равно не могу сделать то, что я хочу. Почему не позволяют... Хейден. Хейден Пул. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Гарем. У негра гарем. По ходу жизни на чешу. Hey, Hayden. There she is. The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Not to boast. Рафаэль ебало. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Я хочу прямо сейчас перемотать. Почему нельзя? Где свобода? Fair enough, but I'm still not going to party with him. Your loss, bro, is fucking hilarious when he's blazed. And he does always have the best shit. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Что-то не очень хочется. I don't think so. I'm not Miss Party. That's because you haven't. Звучит как место для шалав. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Звучит как место, ну, для проституток каких-то. Зачем моей героине там находиться? So you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. То, что я говорил уже. Confused them before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Brooke. Brooke actually has a drone? Где ее дрон? Не видно. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to.
I love planes and balloons and... Надеюсь, что не так сложно, как в GTA. Do you know GTA Vice City. A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Ты что обиделась? Я перемотал? Подожди, я выбрал с радостью, и это хуёвый вариант? I'd love to. This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon. А зачем ты снова говоришь weapon? You read too... Сейчас... А почему я не могу выбрать вариант с радостью, а потом просто сказать не weapon, а нормально что-то сказать, чтобы ей понравилось? Что за хрень, блин, тут нет свободы на самом деле. Ты можешь перематывать, но ты ничего не можешь... Ну, ты должен просто выбирать другой вариант. Грубо говоря, ты просто смотришь все варианты в игре, вот и все. Но свободы нет никакой. Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? Опять ты weapon говоришь? You read too many conspiracies. Что за блядство? Brooke actually has a drone? I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a... What a complicated name for such a tiny drone. B-400. Maybe теперь я могу? А что мне это даст? Hi, Brooke. Let me guess. У тебя навороченный квадрокоптер. А так она не могла этого сказать или что? Зачем ей знать ей имя? That looks like a high-fly drone. Model B-400 EVO. Now that's a nice piece of tech. Full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Стояла у тебя за спиной, посмотрела. Especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Рафала не бала. Я могу им управлять? Что, он разобьется, и придется время перематывать. Я не могу им двигать. Это я управляю, но не я. Окей, я погонял ее дрон, и чё? Ок. Мне кажется, или в последнее время ректор Уэлл стал как-то с опаской ко мне относиться. Будто подозревает меня в чем-то. Однажды он подошел и поинтересовался, почему я такая рассеянная на переменах. Отвечая, я заикалась как дурочка. Одно его слово, и моей стипендии придет конец. Я не могу ничего выбрать вообще. Мне смс пришло? Скоро увидимся с каким-то Уорреном, блин. Я хочу, у меня выбор был. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Идем в общагу, забираем флешку. Где общага находится? Это общага? Вот это вот. Ну, если это школа. Ну, типа, не школа, а учебное заведение. Общага где? Какие-то микрочелы? There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. А мне не интересно. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Отстань. I'd rather not, Daniel. Not that I don't want you to. Never mind. I guess you would be too ashamed. Now, I have to get back to my drawing. Это действие будет иметь последствия. Так если... Ладно, короче, посмотрим, что будет. Что такого, если я позволю ему нарисовать себя. Окей, надо оценить рисунок. Если хуйня, тогда перемотаю обратно. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Тупой жирнич. She was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel.
No way. You're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Best portrait ever. Неплохо вроде. Паркинг Dormitories. Окей, значит, общага здесь. Что за упырь? Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Kappa. Robert Kappa, of course. I love his work, despite the controversy Kappa. About that Kappa. Photo. My, my. This quiet child knows things. Я угадал. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Читать. These photos are great, and Rachel Amber's face is mesmerizing. What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. LKM, пойти к общежитиям. А, типа мы идем? Come on, Logan, bring it, bro. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Yeah. Hey, Logan Robertson, all-American asshole. I feel like Alyssa and I should be better friends. Зачем? Oh. Hi, Max. No. How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. No. Good point. Now if you'll excuse me. Sorry. I really have to find out what happens. Вы на проходе стоите? Oh, look. Сидите. It's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Чё ты унижаешь её? Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. Oh, dude. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Yeah. Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Как её убрать? That's the first and last time I expect to hear that. Лестница? Это моя лестница, я хотел её использовать. Ouch. I just want to get Victoria the hell out of the way. Hmm. A paint bucket next to Victoria. I see a plan. Сломать? Сломать в каком смысле? Что ты сделала? Okay, let's see if this works. Окей, и что произойдет? Он уронит сейчас краску? Так, что она сломала и как, если она сразу не ломается, да? Почему она должна сломаться именно по таймингу? И откуда у нее силы сломать? Что она там сломает? И, конечно же, она по таймингу должна сломаться. Чешу. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Да перемотай нормально. They have to be right under the bucket. Да как не перемотать до конца? Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Так, надо как-то... Maybe кто-то ее может выманить? Maybe это дебик. А теперь я не могу с ним разговаривать. А почему? Мое что, здесь было, кстати? Что здесь есть? Оу! А ну? What the hell? Are you kidding? Just
Look at this. Chill, Victoria. О, а ну. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill. Ну, давай, падай. Я сломал уже или нет? Подождите, или я не ломал? Я не помню, сломал я или нет. Блять, я не помню, сломал я или нет. Ну! No way! No way, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Yeah. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Лол. Но опять же, тут не было никакого выбора, по сути. Как дела? Hey, Victoria. What do you want, Max? Поиздеваться. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. And no filter needed before I post this. Now, please move. I've had a messed up day, and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room. Then. Доска. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Victoria is going to be pissed. Welcome to Black Hill. Где моя комната? Макс... Это я? Макс Кауфилд, 219. Не с полотенцами бегут ее, блин, рабыни. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Почему это sad? Home sweet home. My favorite cocoon. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Макс, мне на электронную почту пришло письмо от вашего ректора. Это правда, что ты сочиняла небылицы о почетном студенте Блэквилла? What? Ректор написал, что строить ложное обвинение — это очень плохо. И он волнуется, что ты так поступаешь. Позвони мне, поговорим об этом, мама. Ну, пырь. He slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Ну, пырь, ректор. Would Man Ray call them selfie portraits? Но кто я виноват, что она не уточнила еще про девку? It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. От каннибалов. Я смотрел, по-моему, от каннибалов относительно недавно, пару месяцев назад. Я смотрел, короче, от каннибалов, потому что я где-то увидел, что разработчики Dead Space — это один из фильмов, которым они вдохновлялись, когда смотрели. Хотя там на самом деле нихуя такого нету. На самом деле фильм не очень интересный. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. And my parents rushed me to the ER. I knew we were bonded forever. Сетевой фильтр. The Max Caulfield photo memorial wall. Прилечь. Почилить. Вот так-то лучше. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre, and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Я выбрал прилечь, а не заснуть. Я не выбирал заснуть, я не хочу засыпать. Что-то она лежит, и она не хочет вставать. Как встать? Что происходит, guys? Хочу встать. Думаю, она уже спать будет. Max and Chloe. Best friends forever. А где-то Хлоя? Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot.
I haven't forgotten you, little Lisa. А, полить цветы? You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Вот так-то лучше. Это действие будет иметь последствия, то, что цветы полил? Дана позаимствовала твою флешку, чтобы посмотреть киношку? Если на тебе вдруг понадобится, приходи в мою комнату. Great. Now I have to go get the flag. А Дана у меня есть в списке? Дана. У меня нету Даны в списке. У меня новая страница. Я не хочу пользоваться этой способностью для незначительной фигни, особенно если учесть, что этот дар дала мне вселенная. Но так я хотя бы смогла испытать его. Все еще поверить не могу, что сфотографировала Викторию, покрытую краской из чувства мести. Ах, какая я смелая. Она пообещала отомстить, так что я думаю, что официально заработала себе первого врага в Блэквилле. Мне говорили, что этой игры будет ремастер. Непонятно, зачем тогда ее зафорсили сейчас, если ремастер скоро. Я могу поиграть на гитаре? Да, этой игре сильно не хватает какой-то получше графики. Могло бы намного лучше для 2013 года. Или подождите, это в игре 2013 год, я не знаю, когда она вышла. 11 августа 2014 года, дата выпуска 2015 год. Это для 2015 года такая графика? Тут графика в лучшем случае, да, вот если так вот примерно почувствовать, я хотел сказать, что-то на уровне, лучше. Знаете, 2010. Здорово. Это в лучшем случае. Ого, в лучшем. Играешь за девочку 12+, стоп лицом и телом? Придумаешь смешной эвфемизм для заниматься сексом. Один чилик в общаге говорил парит качанчик. Шучу. Вот, посмотри лучший видос. Парит качанчик. Шучу. Я бы умер от кринжа, если бы это кто-нибудь сказал. ИРЛ, я бы... Dies from cringe. Это ж вообще пиздец. Парит качанчик. Пиздец. Парит качанчик. Ты что, уебанчик? You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Что происходит? Welcome to the real drama queens of Blackwell.